Подскажите, пожалуйста, снова это не касается как бы вот пресс-конференции, а вот этих горячих событий. Скажите, позиция партии «Удар» по поводу вот этих вот мирных собраний, которые сейчас происходят, да, и которые разогнаны, партия «Удар» будет как-то содействовать, помогать этим людям или будет стоять в стороне, наблюдать? То есть какова позиция, то есть вот по вот этим событиям, по вот этим протестам? Мы содействуем и помогаем всем мирным инициативам граждан, направленным на защиту их прав. Именно поэтому вчера депутаты от «Удара» и я лично были в райотделении милиции, помогали людям выйти. Сегодня депутаты в судах тоже помогали людям представлять позиции. Наш юрдепартамент давал юридическую поддержку людям, поэтому мы точно не будем стоять в стороне. Ну а вот дальнейшее, вот ваше мнение, как будут, могут развиваться события и что как бы вы намерены в принципе вот, делать? Мне кажется, что люди должны... Вы же понимаете, сейчас острый момент. Сегодня-завтра. Потому что люди сидят, ждут, то есть на Майдане, они не расходятся. Я вот перед пресс-конференцией подходил, они говорят, мы будем здесь, мы не уходим. То есть просто получим ли мы поддержку? Им есть на кого рассчитывать? То есть кто-то их поддержит? Или... Мы будем их поддерживать, мы в диалоге с ними находимся. Угу.